Извращенца, пристававшего к детям в Петропавловске, будут судить. 30-летнему жителю краевой столицы длительное время удавалось скрываться от следствия. Задержали злоумышленника только в феврале этого года. До задержания мужчина работал рабочим склада, не женат. В ходе следствия дал признательные показания и раскаялся. По данным следствия, в августе и сентябре 2016 года обвиняемый, находясь в лесном массиве вблизи дома номер 19 по бульвару Рыбацкой Славы в городе Петропавловске-Камчатском, в подъездах многоквартирных домов, расположенных по улице Владивостокской, Чубарова и проспекту Карла Маркса, совершил развратные действия в отношении 4 девочек в возрасте от 10 до 13 лет. Как установлено стационарной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизой, обвиняемый обнаруживает признаки расстройства сексуальных предпочтений в виде полового влечения к лицам подросткового и юношеского возраста. Сейчас следователями уже собрана достаточная доказательная база, и уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.